Добрый день! Сегодня в нашем обзоре гладильная доска, произведенная под торговой маркой Nika, произведенная в Ижевске. Это Bell Classic 2. Доска из сегмента эконом, но сделана так добротненько, не распаковывая очень даже ничего. Мы, конечно, сейчас ее будем вскрывать и смотреть, что она из себя представляет уже в разложенном виде, но в нераспаковке очень жестко, конечно, все выглядит так интересненько. Доска на ДСП, доска простая, доска с двумя вариантами высоты, 70 и 80 сантиметров в раскладке. Из каких-то наворотов здесь ничего такого особенного нет, только устройство для глажения рукавов и подставка под утюг. Обо всем остальном, как она уже там себя ведет в разложенном виде, мы поговорим после того, как ее откроем. Открываем. Вот, собственно, открыли мы доску. Я сейчас поставил на максимальную высоту, там два крокодильчика пластиковых, таких классических. У меня при росте 170, я вам скажу, ну, наверное, гладить можно. Людям, которые там уже выше или значительно выше, могут быть какие-то вопросы. Рукав крепится здесь своеобразно, такая никовская фишка. На многих досках Ники есть такое. Вот этими вот прутьями своими. Здесь специальные такие кронштейны-держатели есть на задней стороне поверхности. Ну-ка, смогу ли я, не заглядывая? Нет, не заглядывая, не смог. Все, я победил. А, кстати, весьма неплохо стоит так рукав, а? Слушайте, рукав стоит хорошо. Доска для ДСПшки, для дешевой, тоже... В принципе, стоит терпимо. Терпимо стоит доска, достаточно жесткий такой этот ДСП. Ну, конечно, утюгом с отпаривателем по ДСП водить — это то еще удовольствие с точки зрения летучих веществ, которые выделяются из этой доски. Но, тем не менее, знаете, для своего класса, для дешевого, вполне себе приличная доска с оригинальным креплением вот этого вот устройства для глажки рукавов. Хорошо очень закреплен жестко держатель для утюга, вот эта подставка с накладочками резиновыми, термостойкими. То есть вы можете ставить утюг спокойно. Ширина доски 34,5 сантиметра. Длина рабочего стола у нас получается 1,12 м. Ощущений какой-то неказистости нет. Вполне себе рабочая лошадка такая простая, из недорогой серии. Поэтому делайте свой выбор самостоятельно. Ну, а мы показали вам, что из себя представляет гладильная доска Nika Bell Classic 2. Спасибо за внимание. До свидания.